конечно, есть гуляние. Буль 2. Сегодня я намертво приклеил эту штуку на двухсторонний скотч. Исходный материал. И теперь он не играет абсолютно. И высоту я сейчас буду регулировать путем подкладки сюда, как бы типа щупов. Но нержавейка вся покрыта пленкой, которая защищает полированные слои от исцарапывания, от царапин. И вот здесь видны пленочки. В общем, я когда гравировал, я не снял пленку. Ее нужно снимать. Смотрите, пленку я отодрал, потому что пленка забивается в гравировку. И сегодня я приклеил на двухсторонний скотч, и отражение не гуляет, как было в прошлом видео. Я надеюсь, что рисунок будет равномерный. В этот раз я использую литол и немножко воды. И немножко другую методику подготовки программы. Она заключается в гравировке, но с более большим шагом и не смещением, а растром под определенным углом. Обратите внимание, вот цифру 4, если будет видно, да, полосатость там такая. Вот и цифру 9 немножко. Отгравировалась, еще мокрая, еще вода не стекла. В общем, этот результат гораздо лучше, чем был прошлый. Пленка не забилась, методы гравирования другие, но косяки тоже есть. Такое ощущение, что в процессе обламывается кончик гравера. Заглублялся я на 0,1, в итоге пришлось на 0,1 сдвинуть. Визуально эффекта вроде бы как нет, но есть два места. Вот эта вот область, как будто бы она чуть-чуть глубже зарезана. Не знаю, видно будет или не видно. Наверное, не видно будет на камеру. Один нюанс, как убрать цвет побежалости или полежалости металла, когда ты его срезаешь и на него действует температура, и он меняет цвет. Знаете, такая радужная бывает штука образуется на металле. Есть специальные средства, паста, я вот ее сейчас нанес на торцы. Она кислотная, очень едкая. Жека, ты ее помнишь? Игорюха, ты тоже ее, наверное, помнишь. Были у нас приключения, связанные с этой пастой. Значит, ну вот у меня сохранилась часть этой пасты. Я ее использую в процессе.